Добрый день! Представляю вам женские ботильоны итальянского бренда Ernesto Dolani. Верх модели сделан из мягкой кожи теленка. Натуральный материал обладает повышенной прочностью и эластичностью. Его поверхность штампованная. Она имеет фактуру, имитирующую кожу змеи. Молния поможет обуться быстро и без труда. Шнуровка, расположенная сзади, придает модели оригинальный внешний вид, а также позволяет регулировать посадку на ноге. Мыс в форме мягкого квадрата актуализирует силуэт пары. Подкладка и стелька из натуральной кожи теленка позволяют стопе дышать и меньше потеть. Кожа безопасна и поддерживает здоровый микроклимат в обуви. Подошва из натуральной кожи имеет мелкопористую структуру, которая обеспечивает ногам превосходное дыхание. Кожа со временем адаптируется к анатомическим особенностям стопы, делая обувь комфортной. Резиновая вставка улучшит сцепление с поверхностью. Каблук высотой 7,7 см и выступающий рант обтянуты кожей в цвет основы, что создает цельный силуэт обуви. Пара подойдет женщинам невысокого и среднего роста. Носите эти ботильоны в стиле casual с небольшими элементами концептуального арта, с прямыми брюками, водолазкой и длинным пальто. Образ дополнит небольшая сумка-багет или тоут мягкой формы. Сочетайте эту пару также с платьем миди или мини приталенного кроя. Модель представлена в черном и коричнево-бордовом цветах. Наслаждайтесь качеством с вашими новыми ботильонами Ernesto Dolani.